Здравствуйте, друзья! Меня зовут Владимир Вдовиченков. Я артист и сыграл в фильме «Салют-7» роль космонавта Федорова. Я Павел Деревянко, и я сыграл в фильме «Салют-7» роль космонавта Алехина. Эта история основана на реальных событиях. Полету к станции «Салют-7» двух наших прославленных космонавтов Владимира Джанибекова и Виктора Савиных. Сигнал пропал. Фильм этот о вроде бы простых, а может быть и совсем непростых людях, которые ежедневно делают подвиг. Кто и никогда на орбите не стыковался с неуправляемым объектом. Мне подходит. Мы делали это кино с большой любовью и уважением ко всем этим людям, к нашим космонавтам, ко всем героям неба, ко всем тем, кто делает полеты в космос возможным. Я очень бы хотел, чтобы фильм вам понравился. Желаю вам приятного просмотра. Смотрите наше кино «Салют-7» во всех кинотеатрах страны с 12 октября. Всем салют!